Так, съемка вроде пошла. Я такая бабочная сегодня, смотрите. И снимаю видео на свои же посылочки, покупочки, пробнички, которые мне понадавали, значит. Уже половина сняла, половина нет. Вот сейчас снимаю парадокс. Обычный парадокс я давно уже снимала, а это virtual flower, виртуальный цветок. Вот такой вот. Пока не буду читать, чтобы не ошибиться. Так, сейчас. Напомнила мыло с 70-х, из детства. Такое дорогое мыло, вот... Мама покупала какое-то очень дорогое мыло. По-моему, оно было французское, труднодоставаемое, вот в таком вот кругляшке. Ой, как приятно. Вообще, первый аромат мне вообще никак не произвел впечатления. Я его даже, честно говоря, так сказать, забанила сама себе. А это такой, как бы, легкий, ненавязчивый, никому не надоест. То есть, вот это для офиса в самый раз. Никого не задушит, не убьет и так далее. Здесь у нас белые розы. Господи, белые розы. Нет. Белые цветы. Мускусные, цитрусовые, цветочные, свежепряный, пудровый, фужерный и свежий. Вот, наверное, эта фужерность и придала эту мыльность. То есть они уже немножко отступают от вот этого насаждения бензиновых нот. Аромат Paradox Virtual Flower Prada. Аромат для женщин, принадлежит группе цветочные. Это новое издание. Virtual Flower выполнит 2024, вот только что, так, с куста. Значит, бергамот, в середине жасмин нероли, в базе мускус амбретта. Вот и все. Вот и все, что было. Цена $122 или же 149 за... 50 миллилитров, в общем, и пробничек такой вот, почему-то просят за него аж 27,90, потому что новый. И, конечно же, про него есть статья от Елены Княжевич. Значит, чем он отличается от Intense? По-моему, у меня еще был вот это, что у нас, Eau de Parfum просто, а есть еще Intense. Я уже даже, честно говоря, теряюсь. То ли я использовала его, то ли я делала все-таки видео про него. Но обычный парадокс я делала. И что? Всего лишь один коммент. Буду первой. Мне дали в Мюллер пробник. Если не смотреть на пирамиду, белые цветы, душные, прямо лилия или что-то в этом роде, тубероза. Аромат не сладкий, не нравится совсем, написала Марина Лэнг. А я бы так не сказала. Мне, кстати, мне даже понравился. Вот, как говорится, 100 человек и 100 мнений. Неожиданно, как говорится, выстрелил. Вот этот парадокс, обратите внимание, виртуальный цветок. Вам, наверное, те, кто любит ходить в офис так посвежее, вот это оно. Ну, что еще хотел показать? Еще сумочку. И пойду, наверное, все-таки на балкон схожу. Вот такая вот сумочка у меня появилась новая. Через плечо. Темно-зеленая. На этом экране у меня все такое в каком-то дыму. Непонятно. Не знаю, как там будет у вас на экране в итоге. Здесь такая пряжечка. И... Смотрите, как будто арбуз. И красная внутренность. Вот так вот. Теперь буду такая вся, какое все зеленое, какое все красивое, какое небо синее, ко-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 ко. Вам, наверное, надоели мои прибаутки? Мне тоже надоели. Кстати, смотрите, здесь еще вот такие ножки есть, чтобы поставил так, и тебе ничего не было за это. Так, и прочитаю вам открытку. How to roast turkey.
как жарить индейку в духовке, запекать. Первое, значит, разморозьте, господи, у меня начинает уже это, сейчас вот я и вырезать же не могу, индейку. Второе, степ 2, drink a glass of wine, выпей бокал вина. Вот, наверное, поэтому мне этого не хватает. Ступень номер 3, place turkey in the oven, засунь индейку в духовку. Статья номер 4, хотел сказать. Ступень номер 4. Drink another glass of wine. Выпей еще один стакан вина. Ступень номер 5. Preheat the degree at 400 ovens. Значит, поставь на 400 градусов. Step 6. Drink two more wine glasses. На шестой стадии выпьешь еще два стакана вина, бокала. Step 7. Roast wine for 4 hours. Значит, жарь вино 4 часа. Значит, ступень номер 8. Glass yourself a wine of pour. Но это все равно, что как малиновый жакет или жалиновый мукет, да, вот типа вот точно так же, как значит, стакан себя в вино в налить. Короче, вот так вот. И номер 9. Tough the turkey. То есть напичкай свою эту самую, как ее... Что у меня сегодня? Индейку. Тем, что там ты обычно делаешь начинку. И... Step 10. Bless the meal and call a cab. В общем, поблагодари еду и вызови такси. Вот такая вот открытка. Happy Thanksgiving. То есть это на День Благодарения. Такая вот открыточка от Halston. Или это не от Halston, господи. Carlton Cards. Вот, господи. Мне сегодня чего-то не то. Еще я хотела вам показать эти самые... мою коллекцию этих ободков, но сейчас один достану. А остальное тогда уже потом. Вот этот ободок, как вам? Какая-то Елена прекрасная пришла в гости. Но тогда вот эти серьги не подходят. Ой. Как-то вот так. Ну, в общем, все. Значит, я почти все эти пробнички обозревала. И сейчас начну делать кое-что другое. Пока-пока, я полетела. С вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка. Всего хорошего.